Считается, что лучшие автомобили немецкие, самая разнообразная кухня европейская, ну а гаджеты китайские. Алло? Ага, а ты чё? А он чё? А она чё? И сегодня мы решили узнать, возможно ли заморскую продукцию заменить нашими родненькими отечественными аналогами. Важный такой вопрос, который вот, ну, всех нас вот беспокоит. Вот, любимое русское блюдо ваше? Борщ. Наверное, борщ. Или это украинское? Борщ. Нет, господи, нет. Хлеб с икрой, с маслом. Блинчики с икрой. Окрошка. Ну пусть это будет селедка. Селедка под шубой? Нет, вот просто соленый. Без шубы, летний такой вариант. Летний вариант. Селедка в купальнике пусть будет. Скажите, вообще продукцией российского производителя пользуетесь какой-нибудь? Только, исключительно. Только российское беру. Потрясающие у нас шампуни. На мне русское платье. Серьезно? Платье от российского дизайнера. Я заправляюсь на заправках «Газпромнефть». Если бы вот не было бы иномарок, какой бы автомобиль российского производства выбрали бы? Пешком, я думаю, надежнее было бы. Я бы пересела бы на метро. ЗИЛ? КамАЗ. Я бы взял 2110. Раньше была такая машина. Низкую посадочку. Низкую посадочку, черную, диски, затонированную хлам. Вот это вот я понимаю. Только не русские автомобили. Ну вот представьте, нету иномарок. Вот нет. Нет, только... Нет, какой выбор? Хорошо, УАЗ Патриот. Это самая красивая машина, но она не едет. Ну просто поставил ее во дворе. Считается, что наши женщины самые лучшие в мире. Три главные черты русской женщины. Ну, это, само собой, красота, характер, наверное. Молчаливость, да? Женщина должна молчать. Все-таки есть неприступность, такая романтическая трагичность и всеобъемлющая нежность. Не очень любят своих детей, к сожалению. Бьют? Ксения, прошу вас за 14 секунд, нервничаю. Пожалуйста, срочно. Ушла. Ну, давайте, начнем. Гамбургер. Гамбургер, блинчик. Беляш. Бутик с сыром. А, миньоны. Что это? Лампочка, да. Отличный вариант. А, это колобок. Смешарики. Памела Андерсон. Семенович. Пугачева. Пугачева, конечно. Само собой. BMW X5. Нива. УАЗик. УАЗик. Уги. Валенки. Радио «Голос Америки». Лав радио. Лав радио. Тут вообще без вопросов. Никакой постановки.